走啦！Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Простите! Простите, пожалуйста! Да? Извините, можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая? А это почему? Да мой осел идет за вами как привязанный. Осел? Ну да. Значит, это он меня преследовал. Он! А я думала... Нет, он. Честь открытия дворца! Мы здесь посоветовались и решили, что честь открытия дворца мы предоставляем это студент, спортсмен, наконец, просто красавец. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью, понимаете? Не имею физической возможности. Вот по этому поводу первый тост. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни... Простите... Часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Может, не надо? Я больше не буду. Надо! Мама! Мама! Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Вот ты думаешь, это мне дали 15 соток? Это нам дали 15 соток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. А у меня горло. 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 И голова. И голова. Без мозгов. Без мозгов. Мы с вами современные люди. Ну, это средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс. Ну, я готов признать свои ошибки. Ошибки надо не признавать. Их надо смывать кровью.